русский язык является основой нашей общей культуры. Язык нужно изучать даже просто для того, чтобы понять всю прелесть произведений Пушкина, Толстого, Чехова, Достоевского, Есенина, для того, чтобы слушать оперы Чайковского, Римского-Корского, Доргомышского, а также, чтобы всем вместе, всем 160 народам петь дружно общие песни. Поскольку русский язык является один из международных языков мира, знание русского языка необходимо для народов, которые живут рядом с Россией и внутри России. Как сказал великий Чехов, сколько языков вы знаете, столько раз вы человек. Поэтому я так и думаю, знать вообще каждый язык – это очень важно. Ну, думаю, что обязательно понимать русский язык, если вы хотите понимать русский культур. А мне очень нравится пообщаться, ну, с русскими людьми, друзьями. С детства мне нравился русский язык, вот поэтому я сначала пошла в русскую школу, закончила, потом сразу в университет. Русский язык нужно учить, потому что это один из мировых языков межнационального общения. Он входит в клуб мировых языков. На нем разговаривают более 300 миллионов людей в мире. И на нем печатаются и выпускаются все документы ООН в обязательном порядке. Если вы учите русский язык, то вы можете легко поступить в наши вузы, а если вы являетесь победителем по Олимпиаде по русскому языку, то вы сможете поступить в наши вузы без вступительных испытаний. Я люблю русский язык и я хочу поступить в магистратуру. Поскольку мы живем в России, чтобы чувствовать себя полноценно, мы должны изучать русский язык, знать, разговаривать на нем. И недаром говорят, великий и могучий русский язык. Он помогает нам полностью выразить свои мысли, эмоции и передать ту информацию, которую мы хотим сказать. Грамматика русского языка – это очень близкий грамматика арабского языка. Я хочу вот стать преподавателем на русском языке и переводчиком на русском языке. Язык – это то, что объединяет людей, помогает нам жить в мире и согласии, сохранять культурные традиции. Это история народа и искусство его. Русский язык, он красивый. Это очень древний язык. Я думаю, он даже сложнее английского. То есть это самый сложный язык мира, наверное. Менталитет всех народов, проживающих в нашей большой, великой стране, он именно нацелен на единение и нацелен на созидание. Я думаю, в соответствии с этим и язык русский точно такой же, нацеленный на единение и на созидание.